Всем привет! Сегодня у нас 25 июля, четверг. Смотрите, какой у меня шикарный букет появился. Даже два. Мне вчера прислали, курьер принес букет. Представляете, даже не знаю от кого. От кого-то из моих зрителей. Тут еще у меня старые цветы остались. В старой вазочке. Но я старые половина уже выбросила. Сейчас я их уберу сюда на плиту, чтобы они не мешались. От старых осталось 7 штук. 4 я выбросила. Но они еще тоже стоят, еще нормальные. А вот то, что мне вчера принес курьер. Это мои любимые фиолетовые розочки китайские. Японские эустома называются. Их тут 31 штука. Вот вчера курьер принес вечером уже где-то 10:30. То есть даже 10:30 почти. Вот. Как раз мои любимые. Я люблю фиолетовые. Я помню, как-то хотела себе купить на день рождения, но вот именно вот такого фиолетового цвета мне нравятся цветы. Эустома. Я помню, как-то хотели мне купить на день рождения в прошлом году, но их не было. Были вот такие, только бледненькие. Как вот тут одна попалась. Вот. А мне больше всего нравятся вот такие фиолетовые цветочки. Вот видите? Их тут 31 ветка. Я вчера подрезала кончики, посчитала, сколько их тут. 31 штука. Красивые. Но они тут вперемешку с белыми. В общем-то, нормально смотрится. Представляете, даже не знаю, от кого это. Никто не сознается. Вот там была приложена бумажечка. Вот такая бумажечка была приколота на пакетике. Написано I love you на английском. А внутри только вот что написано. Ангелу в день ангела. Вот. Вот такая вот на цветах была вот такая бумажечка. Приколота. А тут еще по-английски написано is I love you is missing you in the dream. Ну, типа мечтаю о тебе. Ну, это так. Просто открытка китайская. А тут вот написано ангелу от ангела, смайлик. И не написано от кого. Так что, ребятушки, я даже не знаю, что думать, от кого цветы. Кстати, у меня вчера, 24 июля, был День Ангела. День имени Ольга. Именины у меня вчера были. И вот мне такой букетик кто-то прислал. Я, конечно, узнаю, от кого, но пока не знаю. Но все равно приятно. Кстати, я забыла. Мне еще коробку конфет вчера на работе девчонки подарили. Ну, тоже она и коллега, и моя подписчица на Ютубе. Вот вчера приходила к нам. Она в другом корпусе работает. Приходила одна. Но она приходила не вечером, а в рабочее время. То есть у нее выходной был, она в другой смене. Вчера пришла одна подписчица, принесла мне коробку конфет подарила. Вот. Вчера, кстати, я организовывала встречу, на которую никто не пришел. Я, честно говоря, вот, я сейчас все цветы сюда на стол поставлю. Вот эти, которые тоже сюда поставлю. Пусть рядом вот так стоят. Будет такая куча цветов. Вот такая куча. Две вазочки сразу. Ну что, пусть они так стоят, они мне не мешают.
Можно, конечно, одну в комнате поставить, одну здесь оставить. Просто когда вместе как-то, в принципе, бело-желтый, вот так они неплохо смотрятся, в общем-то. Но можно и по отдельности. Это вот с моего дня рождения еще стоят. Неделю назад покупали. До сих пор они еще живые. Я их сейчас водичкой побрызгаю. Они еще нормальные, 7 штук осталось. Мне вот эти фиолетовые очень нравятся, красивые. Но беленький тоже ничего. В сочетании с фиолетовым красиво смотрится. Вот. Короче, я вчера организовывала вот эту встречу. Думала, может, кто придет, никто не пришел. Я, честно говоря, не особо-то и рассчитывала. И не очень такого ждала там. Я буквально посидела минут 20 напротив этого фонтана. Вышла я в 7:15, в 5:15. И где-то даже, наверное, 26-го я вышла с работы. И без 26 я оттуда уже ушла. Я подождала буквально 20 минут. Посидела там на скамеечке напротив фонтана. Я особо не надеялась, что кто-то придет. Короче, там рядом кафе «Шоколадница». И через 20 минут я пошла в эту кафешку, в «Шоколадницу». Взяла себе мой любимый этот торт «Прага». Ну, кусочек это пирожное «Прага». Капучино. Там еще посидела минут 20. И потом домой поехала. Пошла к метро. Ну, конечно, лето, отпуска, у всех свои дела. Особенно никто особо-то не обещал сам прийти. Короче, все. Я никаких встреч больше устраивать не буду. Кто хочет увидеться, вы знаете, где я работаю. Приходите в музей. В общем, зато к прекрасному приобщитесь, посмотрите, где я работаю. Да и вообще, у нас там два здания. Приходите в любое. Я то в одном работаю, то в другом. Может быть, даже и в третьем буду работать. С августа у нас еще одно здание есть на Крымском валу. В общем, не знаю, ребятушки, кто хочет увидеться, вы знаете, где я работаю и где меня найти. Так что приходите. Никаких встреч я больше устраивать не буду. Я не такой уж известный блогер и вообще не дотягиваю еще до блогера нормального. Пока еще сколько у меня канал с июня 13-го. Ну, в общем, 3 года уже, 4-й год я как на Ютубе зарегистрирована. Но я где-то первые полгода я не снимала, даже больше. Снимаю я, наверное, где-то 17-го года, наверное, с февраля где-то. То есть 2 года только снимаю. Первый год я не снимала. Первый год я Флориду Ялту смотрела только. Ну, зарегистрировалась, чтобы на сообщения отвечать можно было. Ну, там писать комментарии. Вот. Так что вот так, ребятушки. Никаких встреч больше устраивать не буду. Все-таки жизнь показывает, что я больше общаюсь с реальными знакомыми, кого я знаю в реальности, с виртуальными не очень. Хотя вот эти цветы от какого-то виртуального подписчика или подписчицы, я точно не знаю. Бывают, конечно, исключения. Ну вот, это мне уже второй раз букет присылают. И две посылки мне присылали. Ну вот еще там, кто присылал посылки, еще 2 человека, тоже исключение. Так что по интернету, друзья, по интернету это, конечно, хорошо, но на то он и интернет, что все это виртуальное, а больше общаешься с теми, кого знаешь в реальной жизни. Вот одна подписчица работает, она еще и коллега моя, вот она принесла мне букет. Не букет, а коробку конфет. Я, кстати, хотела показать,
Но она у меня там в комнате лежит. Значит, в следующем видео покажу. Вот. Больше мне, в принципе, ничего вчера не подарили. Вот только коробку конфет и цветы. Вот эти курьер принес. А коробка конфет, она тоже, кстати, такая фиолетового цвета. Там такая красивая девушка нарисована. Вдохновение называются конфет. В принципе, я думаю, что неплохие, с орешками. Не хочу, просто еще все спят у меня. Не хочу ходить, хлопать дверями. Эту коробку, она у меня в комнате там лежит, возле компьютера, возле ноутбука. Вот, ребятушки, такой шикарнейший букет мне вчера принесли. Теперь буду гадать, от кого. Ангелу в день ангела. Прикольно, конечно. Мне таких шикарных букетов еще никто не дарил. 31 роза. Ну, Эустома. Это не роза, конечно. Ну, тоже роза, только японская. Красивая. Мой любимый цвет. Все, как я люблю. Такие шикарные розочки. Ладно, всем пока-пока. Сейчас утро. 25 июля. 7:30. Я только проснулась вот в 7 утра. Кстати, у нас воду отключили, и горячую, и холодную, даже умыться нечем. Я там вот из фильтра чуть-чуть на руку побрызгала, лицо так умылось чуть-чуть. А в туалет даже страшно заходить, потому что сейчас... У меня там, конечно, в запасе вода есть в ведре, и еще канистра с водой есть у нас запасная, на всякий случай. Ну, в принципе, обещали в 6 утра воду включить, но ее пока нет. Надеюсь, что все будет нормально. Включат с минуты на минуту. Надо кран проверять. В общем, ребятушки, вот так. С днем ангела меня поздравили. Спасибо тому, кто поздравил. Ну, кто-то на словах, в принципе, я не ждала подарков. Вот один человек конфеты принес вчера. Вот, еще от кого-то. Вот букет принесли от второго человека. Спасибо, кто поздравил. Ну, кто-то на словах поздравил, тоже спасибо. В принципе, я и не ждала никаких подарков ни от кого. Но все-таки, видите, находятся люди. Подарки дарят. Мелочь, а приятно. Мне, кстати, еще кто-то выслал посылку из Греции. Должна на днях придет посылка. Третья уже. Из Греции, по-моему. Так что посылку получу, сниму видео, сделаем обзор. Я знаю, кто посылку выслал. Правда, я еще не спросила у человека, можно ли сказать, от кого посылка. Потому что некоторые не любят, не хотят, чтобы это о них знали. Но я скажу, что посылка от кого. Может быть, не буду говорить. А вообще у человека спрошу, как она на это смотрит. В общем, ладно, я сейчас буду кофеёк себе варить. Попью кофейку. Коробку конфет не показала. Ладно, в следующем видео покажу коробку конфет. Какую мне подарили. Мне тоже понравилось, потому что она такая коробка фиолетового цвета моего любимого. Говорят, цвет депрессии, а у меня это любимый цвет. Я не знаю. Мне нравится. Видите, какие красивые. Вот он, мой любимый цвет. Ладно, всем пока.